Хорошо, новичок. Ты знаешь основы партизанской войны. Но я должен рассказать, почему мы сражаемся и как мы вернем город зону за зоной. Красная зона. Самая опустошенная область Филадельфии. И при этом именно в ней закрепилось сопротивление. Не обещаю славы, зато смерть на каждом шагу. Ого! С такими речами я поражаюсь, что мы еще не победили. Среди разбомбленных домов и заброшенных улиц наша партизанская тактика отлично работает против КНР. В красной зоне мы нацеливаемся на ударные точки, важные для КНА. Их захват поможет изменить ситуацию в пользу сопротивления. Мы усилим свои позиции в зоне, освободим убежище и получим лучший доступ к припасам и снаряжению. Доберись до арсенала и устрой засаду. Мы с Даной соберем всех, кого сможем, и придем туда же. Чтобы уничтожать патрули с бронетехникой, мы расставляем ловушки и устраиваем засады. Но будь осторожен. Дирижабли КНА дежурят в небе круглые сутки. Красная зона — это паутина снайперов. Главное — убивать их раньше, чем они тебя. Возвращение красной зоны даст нам плацдарм, необходимый для того, чтобы наступать на следующую зону, где КНА еще сильнее. А этот густонаселенный район — желтая зона. КНА полностью изолировала ее и держит всех жителей под жестким контролем. Люди живут в постоянном страхе. Мы должны показать им выход, вселяя в их сердца надежду и возвращая в их умы мысль о том, что жизнь вовсе не должна быть такой. Смешайся с толпой, и ты сможешь подрывать связь КНА, взламывать телеэкраны и радиоточки, распространяющие пропаганду. КНА вам не враг. Наша цель — восстановить эту... Освобождать политзаключенных или угнетенных жителей и уничтожать или захватывать инфраструктуру КНА. Моих ребят держат в полицейском участке, и бог знает, что там с ними делают. Нужно их вытащить, пока кто-то из них не запел. Смотри, как каждый акт неповиновения меняет мнение людей о сопротивлении в лучшую сторону, что приближает восстание. Ты увидишь, как город вокруг меняется в результате твоих действий. И поверь, новичок, чтобы победить КНА, нам нужна помощь каждого человека. Когда красная и желтая зоны станут нашими, появится шанс ударить в сердце КНА, в зеленую зону. Это область, где установлен полный контроль КНА, а ее бойцы вооружены до зубов. Это крепости, поэтому нам понадобится все, что можно достать, чтобы захватить эти области и выиграть войну. Пусть предыдущие задания станут для тебя ценным уроком, иначе надежды на победу не будет. Не подведи.